Ende to auto heimoni hoi athenaioi to patrio nomo chrominoi demosie ta fas epoesan to ton en to de to polemo protona pod hanonton tropo toio toi ode. Так, в ту же самую зиму афиняне сделали, или как это, наверное, сделали, да, совершили какие-то, сделали какие-то могилы, тафас, эпоэсэнто. Я думаю, что это захоронение, это похороны, а не могила. Ну, тогда, да, совершили, совершили за захоронение. Кого? Тех, кто умер первыми на этой вот войне, пользуясь законом вот этим отеческим патрия нома хроминой. Следующим образом. А, я еще демосии не перевел. Это как-то мы переводили наречно это, да? Это прилюдно, публично. Публично, да, за публичные деньги, государственным образом, да, не частным. Да. Значит, топатрио нома, какая функция дать его? Ну, как бы в соответствии с чем-то. Может, с акиативус? Нет, при храумой. А, храумой, там же глагол храумой, да. Храумой требует дать его, да. Пользуясь чем-то. Да, а тропа то йода? Ну, наверное, дать его с моди таким способом. Моди, да, в этой войне они совершили захоронение тех, кто в этой войне первыми погибли, да, то есть первая партия погибших воинов имеется здесь в виду. Про них речь. Ну ладно. Давайте дальше, пожалуйста, до Колона, да, Марк. Таменоста протитхентай тон апогеноменон протрита скенен поесантес кай эпиферей то ауту хекастос. Эн ти булетай эпейданде хе экфора э ларнакас кюпарисинас агусин хамаксай филес хекастес миан. Так, значит, останки выложили останки так, апогеноменон. Выложили, да? The laying out, то есть выставили, да, скажем? Выставили, да. Так, апогеномай. Ну, да, да, я смотрю, отсутствующий, да. Ну, мне это как не очень подходит, да? Ну, которые... Это же не коты, ну, да? Имеется в виду, которые не... Ну, умерших. А, ну да, да-да. Четвертое значение, посмотрите. Да. В дворецком хотя бы, да? Да-да. Это, по сути, это эвфемизм здесь, да? Тех, кого нет. Да-да-да. Так, значит, они выложили останки умерших... Выложили, давайте уточним, да, немножко, чтобы это было осмысленно по-русски, чтобы это звучало осмысленно, выставили, да, то есть на, как это бывает на общественных похоронах, для того, чтобы все могли посмотреть на покойников, да. Ну, тут, правда, не на покойников, а на оста, да. Сделав, построив какой-то шатер за три дня до того. Заранее. Да, и я обращаю внимание еще раз, да, что поэсэндес от аорист, то есть они сначала, аорист задает последовательность действий, да, в данном случае, что сначала они, я думаю, сделали двумя днями назад, да, третьим днем, да,
вот эту скене, и а здесь начинается историком, present historicum, выставляют. Да, да, да. Выставляют останки умерших. Умерших. Если что, коллеги, речь не о похоронах, ну, то есть не о смерти, да, как таковой, речь о демократии. Просто, может быть, вы испугались, что дальше будут сплошные останки и похороны, да? Речь об афинской демократии, вообще говоря, да? Извините, да, я перебил вас, значит. И, Кай... и приносят... Каждый, да? Хекастос, каждый приносит... ну, к своему да, какому-то да. покойнику, что то, что ну, пожелает, что, да, что бы не пожелал, чтобы да. не пожелал. Хочешь, да, хочешь цветы, неси цветы, хочешь там какие-то умощения, неси умощения, там такие ткани, не знаю, это умощение вроде, да? Угу. Да. Не уточняется, но кто что хочет, тот и несет, да? Это, видимо, часть вот этого номоса. Кстати, вот этот номос, да, по-моему, в комментариях об этом написано, лучше понимать не как закон, а как обычай, отеческий обычай. Угу. Так, когда был, ну, какой-то похоронная процессия, есть значение. Угу. Да, экфора, да, тут, по-моему, сказано про это, да? Экфора, экфора. Ну и глагол такой есть, экферу, да, экфора, да. Вынос тела, что ли, да, или что? Вы думаете, это процессия, тут есть да? просто так, такой перевод есть один из у разных авторов. Вынос, ну хорошо. Хорошо. И, так. Теперь надо подлежащее найти, да. Хочется, конечно, подумать, что это подлежащее, но это не подлежащее, это аккузатив. Я думаю, да, гамаксай, повозки. Ведут, ну, везут, да, везут кипарисовые, ну, какие-то, ну, не, ну, гробы. Ну, гробы, да, гробы. Каждой филы один с каждой филы, как бы, а по одному на каждую филу. Да, 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 да. Угу. Так, давайте дальше. Евгений, прочитайте сначала маленькое, да, потом мы перелистнем. Энести дета ста гекастас энфилес. Да. В, ну, имеется в виду в повозке, да? В... Ну, в гробу, наверное. Нет, в гробу, в каждый. Наверное. Подождите, нет. Я даже, кстати, не... действительно, думайте в повозке. Н, вот тут пометка есть, Н теларнаки. Видите? То есть в гробу получается, да. Все же, да? В гробу останки, ну, как бы соответствует, если по-нормальному, по-русски, то соответственно филам просто лежат, да? А если буквально, то внутри останки той, сейчас, как... Гэс относится к филес. Так, ну, в общем, как, какой филы каждый был, в том гробу, соответственно, его и останки лежат. Да, 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 конечно, да. Это имеется в виду каждый, это уже покойник, да, погибший воин. Да, энести – это глагол «быть» с префиксом «эн», означает «быть внутри», да, то есть внутри вот этого гроба, да. Начнете читать, да, дальше? Вот, миа, длина кинефертой. Ну и до точки. Эстроменетон афанон гоян ме геуретосин эс анаэрсин. Ох, что-то не узнаю слов сейчас.
Длинная ложа, да? Одно ложе выносится пустым. Угу. Видимо, эструмены, это, по-моему, как бы постеленные, накрытые. Угу. Эструмены. От какого глагола? Какого глагола? Строними. Строними, да. Перфектное причастие женского рода, да? Да. Тонофанон, ну, по смыслу, как бы пропавшим, не найденным, да? Да, это пропавший, без вести, да, пропавший. Значит, которых... которые... ну, в общем, тут эуретосин, это получается пассив аористный. Нет? Где? От греврику, да? Да. Угу. Тета, значит, что это пассив. То есть, ну, как бы тут вот эти ненайденные, они в подлежащем, в номинативе гой. Но если так, то если по-русски тоже переводить, то тех, кого не удалось найти, тех, кто оказался не найден, для вот этого анаэрисиса, то есть что-то типа эксгумации, для переноса. Переноса для похорон. Для того, чтобы... Тут глагол гарео, наверное, да? Для того, чтобы поднять их и отнести, и потом похоронить, да? Угу. Анаэрисис. Да, и это итератив, видимо, да, такой в настоящем времени. Угу. То есть это часть повторяющейся процедуры, которая происходит в соответствии с атическим законом, обычаем, да? Да. Так, Эдуард, ну, там... пожалуйста, пора. Угу. Что? Не, все. Угу, хорошо. Эдуард, пожалуйста, да? Ксюнекферей дего... Буломенос, кай астон, кай ксенон, кай гюнай, спарей сингай, просекусай, эпитон тафон, олуфуроменай. Желающий же и житель города, и чужестранец принимает участие в процессе. Сюнекферу, да, то есть он вот выносит... тела, да? Ну, в смысле, гробы, наверное, да? Ну, да, видимо. Даже, я думаю, здесь кай, наверное, даже надо переводить. Не обязательно, но можно, конечно. Даже... Мне кажется, без... ну, мне кажется, не даже, нет. Мне кажется, просто женщина – это часть похорон, да, ну, просто. И женщины приходят, которые, видимо... имеет родственную связь, да, просеку, эпитон, тафон, фомеры, приходит к, вот, к могиле, к захоронению, да, и женщины приходят к захоронению, которые имеют родственную связь, плакая, да, оплакивая. Оплакивая, да. И женщины приходят или присутствуют, да, это тут эти по-английски, да, которые имеют, вот это означает связь, да, родственную, да, только им было позволено присутствовать, и только они были у могилы, да? Да, то есть, получается, женщины-родственницы, по сути, можно сказать, присутствуют у могилы, выполняя траурные вопли, да, эти издавая. Так, Дмитрий, да, пожалуйста. Титхэсин ун эсту димосион сэма. Го эстин эпиту калисту проастейон тесполиос кай аэй эн ауто тхаптуси. Тусектон полемон плен ге тус эн маратхони. Сейчас не вижу. Маратхони. Угу. Все, конец. Маратхони. Да. Они устанавливают... вот как-то я забыл, мы как этот демосион переводили, на каком-то публичном месте, да, они устанавливают, как это, Сэма, надгробие. На кургане, вот Максим хорошо предложил, на кургане общественном, да, на... то есть, по сути, на кладбище. На кладбище, да.
А вот на этом кургане они устанавливают надгробный знак Сэма. Не, мне кажется, что они устанавливают гробы, ставят гробы. Где? Несут его в сторону кургана общественного. А вот это го, то есть, видимо, относится к Демосену. Нет, смотрите, секунду. Демосен это прилагательное, а Сэма существительное. То есть го это Сэма, видимо. Разве нет? Мы не так переводили? Мы так долго это дебатировали, что я уже забыл. Ага. Мы на этом... Смотрите, Сэма среднего... Что? Да, еще раз. Мы на этом сошлись, среднего. По-моему, в прошлый раз, что это... Демосен прилагательное к Сэме. Да, потому что я где-то нашел в Литл Скотте вот это выражение, есть тут Демосен Сэма. Вот. Сэма среднего рода – это го, да? То есть Сэма является антицедентом вот этого го, да? Да, то есть тогда здесь нету прямого объекта. Нету, да. Они как бы их выносят на вот этот общественный, на этот курган, общественный курган, да, который находится на самом красивом месте простые. Как бы загородном, да? Загородном вот. Месте города, да, ну, как, не знаю, сказать, в пригороде. В самом, красивом, в самом красивом пригороде они находятся, если очень художественно переводить. И так, что там дальше? Каэй, эн, ауто, тхапто, ситус, эктон, полемон, плен, гитус, маратхон. И на нем... Видимо, захороненные. Не, подождите, это вроде глагол, да? Тхаптуси. Да, захоронят, и на нем хоронят тех, кто из войны, из войн. А пленды это кроме, по-моему, да? Кроме. Кроме тех, кто из... Короче, там на нем хоронят тех, кто, ну, как бы погиб, пал в войнах во всех, кроме марафонского сражения. Да. Вот так. То есть получается, что на этом кургане не хоронят людей, которые просто от старости умерли, от болезни. Да, это специально для воинов. Да, тус, где тут сказано было? Тус эктон полемон. Те, которые с войн пришли, трупы. За исключением тех, которые погибли в битве при марафоне. Так, а как будет вот это в единственном числе Тетхеосин? Титхусин? Титхусин? Нет. Ти... Тхе, а да после тхе ты какая гласная? Это... Титхусин, да, Титхусин. Ай-яй-яй. Так, а вот можно, Евгений, я вас спрошу, а вот эта функция генитива какая? Из предыдущего предложения. А, по, как это? Паркетивус? Партитивус, да, партитивус. А, партитивус, да. Генитивус, партитивус. Так, хорошо. Так, сейчас кто? Мне кажется... Мне кажется, Марк, вы читали его в прошлый раз, да? Не помните? Не помню. Ну ладно, прочитайте, еще раз прочитайте. Экенон де... Диапрепе, тенаретен, кринантес, ауту, кайтон тафон, эпоясан. Так. Я бы советую с кринантес начать, да? Решая, что ли? От какого-то глагола? Крино. А, разделяю, может быть. Ну, там не обязательно. Или разделяю, да? Выбираю. А, выбирать, да-да-да. Они выбирают. Или... Ну, хорошо, попробуйте, выбираю, ладно. Или постановляю. Остальные слова переведите, да, будет понятно, как вы выбираете значение. Кенанде. Диапрепе. Наверное, из тех... Диапрепе. Не надо из тех. Вот смотрите, только вот эти, я советую вам вот эти слова перевести только. Диапрепе, тенаритен, кринантес. Так, диапрепе.
выделяются. А. Выделяется смотрите, крино, да? От слова крино происходит слово кризис, суд, суждение, да? Угу. То есть кризис – это внесение суждения, оценки, да? Ну, в том числе принятие решения какого-то, да? А то есть выносящее суждение. Это аорис, да, кринантос? Да, а вынесе в суждение. Не получается. Все просто. Это дупль. Ну, это что-то типа дуплекса, да? Вот, представьте себе, что тут номидзонтес, а не кринантес. Угу. Считая кого-то чем-то, да? Помните, номидзонтес да. Самый обычный. Так. Придя к заключению, что тен, ритен и кейн он является диапрепе. А, диапрепе это существительное. Это прилагательное. А, диапрепес, выдающийся. Да, значит, да. Ух, окончание, да? Да, значит, да. Заключив, что доблесть или отвага выдающаяся. Чья? Их. Да? А, вот этих, которые в марафоне погибли. Да, особенно, да, ну герои, конечно, знаменитые. Mm-hmm. Они фильмы снимают. Тут же, а вот это тут же... Прям там, где они и полегли, наверное. А, там же делали погребение. Ну, тут не тут вот как раз не погребение, тут могила как раз, да, по-моему. Mm-hmm. Там, смотрите, вот там вначале-то было другое слово, да? Вначале там было слово... Какое? Вот это тафас, да? Mm-hmm. Это тафе. Вот это погребение, скорее, тафе. А, это просто похожее слово. Ну, они все атхапту, они все от глагола атхапту хоронить, да? Просто с разным немножко смыслом. Ну, как у нас, похороны и погребение, похожие слова от одного же города, да? Но с разным смыслом. Да, видите, тон тафон, то есть какая-то конкретная могила, да, такая, может быть, и знаменитая там, да? Значит, придя к заключению, что их... воинская доблесть является особо выдающейся ДПРП, это акузатив женского рода, да? Mm-hmm. Они прям там ауту и могилу сделали их, да? То есть Экейн относится к могиле, можно сказать, тоже в том числе. Так. Хорошее предложение, короткое хотя. Так, пожалуйста, сейчас Евгений. Пайдан, да? Mm-hmm. Вас не слышно. Эпейдан де крюпсеси г анер геременус гипотез полиус гос ангномы те доке мэ аксюнатос эйней кай аксиосей проэке легия паутойс эпейнон тон препонта. Так. Значит, а когда... Угу. Так, крюпсоси, это... Вы знаете, да, никогда, а всякий раз когда, наверное, да. Да. Крюпсоси. Угу. Сейчас. Это аорисный конъюнктив. Да. Всякий раз, когда их... когда уже захоронили... Всякий раз, когда хоронят в землю, да? А, ну да, 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 закопали, всякий раз, когда закопали, да. Да. Значит, муж, выбранный городом. Угу. Гарео. Гареумай. От Гареумай, да? Угу. Причастие. Который бы в плане знания, какого-то разумения, гномы. Доке это. Оптатив казался... Оптатив? Да нет, по-моему, конъюнктив обычный вроде. Конъюнктив, хорошо. Казался бы не... Аксюнатос, по-моему, неясный, да? Нет, аксюнатос это, ну, как бы,
туповатый, а Максимутас не туповатый, то есть довольно-таки сообразительно, вот так да. Людям надо. Казался бы не бестолковым, казалось бы, что он точно не является бестолковым, тут этот самый Эйней. С точки зрения гномы, да? Да. Умом. А какая-то конструкция? Тут еще Эйней есть, видите? Ну, что-то типа номинативуса, номинатива с инфинитивом. Кум инфинитив, да-да, номинатив с кум инфинитив, да. Угу. И еще он же про эко еще, да, про реку, да? Про реку. Мужик этот выбранный. Так. Смотри, реку приходить, а про реку это продвигаться вперед. Кого-то опережая, может быть, да? Словарем пользуйтесь, да? Да, я завис на ксиосой. Это... Ну, это аналогичные гномы, это тоже датив, да? Понял, это этот самый, это существительное. Значит, который бы при этом про... Сейчас, про шел буквально, продвинулся вперед с точки зрения... Да, выдавал себя вперед с точки зрения достоинств. Ну, это, видимо, какое-то важное лицо в полисе, там какой-то, может быть, почетный председатель. Не знаю, чего-нибудь. Угу. Вот это что-то сказано про это, да? Это что, как это можно понять, не знаю, обилище? Не то, чтобы он умный, а то, что он уважаемый, скорее, да? Да. Наверное, да? Значит, и он говорит по отношению к ним, для них, в их сторону, видимо, похороненных мертвых, хвалу подобающую. Да. Да, это павшие воины, да, в честь, это можно, эпи может означать в честь, дать им, в честь павших, похвалу, а дальше эпитет требует обязательно артикля, да? Да. Похвалу, причем похвалу не просто, а подобающую, да. Метады тут апперхенты, а после этого расходятся. Да, то есть это конец процедуры получается, да? Угу. Так, спасибо. Эдуарда? Угу. Метады туто аперхантай, годы ментаптуси, кайдия пантосту, палему, опоту симбай, аутось, эхронту тоному. Так. Метады тут не переводили, да, ведь? Или не помню уже. Перевели, после этого они уходят. Понятно. Ну так, вот так они хоронят, да. И в течение всей войны как, когда так это оптатив, наверное, да. Оптатив с гопота это итеративу с прошедшим временем. Всякий раз, когда с ними это происходит, то есть очередная партия людей гибнет, да, кстати. Да, всякий раз, когда такое, видимо, случается с ними, да. Не следует этому обычаю. Отеческому, да, там обычаю, да? Ага, абсолютно верно. Так, давайте вы еще одно прочитайте, маленькое было, да, какое-то. Эпи, да? Угу. Эпи. Эпи. И до точки, да. Эпи ду тойс про тойс де переклес хок сантипио эрет хелегейн. Так. И вот к им, наверное, да, вот по отношению к этим людям. Там вот это... Ну, я бы сказал, в честь, да, в честь IP. Да. IP, то есть, протоис, да. Да, тут ведь была уже такая, да, конструкция IP, то есть. Угу. Да, и в честь людей, первых людей, да, протоис. Таких вот первых. Имеется в виду первых погибших, да. Это речь произнесена в начале Пелопоннесской войны. По-моему, насколько я помню, да. Да. И вот в честь первых погибших Перикл, сын Ксантипа, был выбран для того, чтобы сказать речь. Ну, тут Легейн, да? Видимо, целевой. Да, говорить, да. Абсолютно верно, да. Так, Дмитрий, давайте. Кайпейде, Кайрос. Сейчас, минуту. Кайпейде Кайрос Эламбане про Элтхон
апоту сематос эпибема гипсилон пипоэнон менон гопос окуйто гос эпиплейстон тон гомилу элеге тояде. И когда пришел случай подходящий, когда случился подходящий случай. Видимо, все-таки не подходящий, а вот все-таки необходимый, вот когда уже нужно, да? Потому что он же не мог в случайное время подняться на трибуну, имеется в виду, это же ритуал, в котором все расписано, расчерчено заранее. Я думаю, что кайрос — это вот не случайность какая-то, а вот до этого и после этого ты должен выйти и произнести речь. Мне так кажется, да? Ну, согласны, да? Так логично. Да, наверное. Да. Так, и дальше что он сделал? Выступил от могилы, от кургана к Бема, это алтарь, по-моему, да? Угу. Ипсулон, я вот забыл, что значит юпс. Нет, это не алтарь Бема. Это вы путаете. Это Бом-алтарь. От глагола... Это, да, это от глагола «бай», но это возвышение. Это, по сути, трибуна. Угу, да. Помост. На какой-то, на пьедестал, ну, не на пьедестал, но помост, да. Он зашел на пьедестал, на помост, и «псюлон». «Пипоюмен» он случился сначала. Глагол «поел», да? Сделал, да, сделал. Сделанный алтарь, это, ой, опять алтарь, трибуну, на трибуну, которая была сделана какой? Юпс, вот юпс, юпселон. Юпселон, высокой. А, высокой. Да, высокой. На, ну, в общем, на какой-то, да, на возвышение он вышел. Таким образом, опус. Вот, извините, смотрите, видите, тут как в тексте из Вольфа, про который мы спорили сегодня, да? Вот если мы уберем по поэменам, да, вроде бы ничего не изменится. На высокую трибуну, да? Но он добавляет здесь причастие конъюнктум на трибуну, которая была сделана высокой, в качестве высокой, да? Угу. Ну да, собственно, можно было убрать по поэменам. Да, на трибуну, сделанный на помост, сделанный высоким. Он сказал следующее, чтобы гопос акуйто, видимо, чтобы услышал, что ли, гос эпиплейстон. Нет, это пассив, чтобы он был услышан. Да, чтобы он был услышан, как бы... Это выражение. Гос эпиплейстон как можно большей частью чего? Большей частью собравшихся, вот этого собрания. Толпы, буквально, да, вот этой толпы. Угу. Чтобы он был услышан как можно большим количеством людей, толпы, и сказал, и сказал следующее, такое вот. И для этого он поднялся так высоко, на такую высокую ступеньку, да? Смотрите, помните, почему здесь оптатив? Кто помнит, почему здесь оптатив? Вот вы можете сказать, почему здесь оптатив? Это историческое время, потому что... В предыдущей части, элеге, да? Элеге. Я думаю, элеге. Главное-то глагол основной в этом предложении элеге. Сейчас подумаем. И когда пришел момент, благоприятный, необходимый, точнее, он, отойдя от кургана в сторону трибуны, которая была сделана высокой, сказал... Смотрите, трибуна была сделана высокой, чтобы он был услышан, а не то, чтобы он сказал такое, чтобы был услышан, мне кажется. Ну, может быть, но мне кажется, здесь просто, поскольку все в прошедшем, кстати, удивительно, что здесь имперфекты. И ламбаны, и элега – это же имперфекты, а не однократные действия. Странно. Но мне кажется, поскольку весь контекст исторический, поэтому они используют, в смысле, он использует здесь этот оптативус обликвус. Угу. Ну, в любом случае, это обликвус, да. Да. Так, ладно.
Хорошо, ну все, всякие глупости закончились, да, начинается жесть. То есть самая речь. Кому, кто читает первую фразу из речи? Марк, да? Давайте, Хоймен. Хоймен полой тон энтхаде эй рекотон, эде эпайнуси тон простхента, тон омо, тон логон тон де, гос калон эпитойс эктон полемон тхаптоменойс агореу эстхай. А, ну вот, аутон. Аутон. Так, ну вот. Первая фраза не очень длинная, нормально, так можно. Можно жить. Так. Многие из эрекот Вот. А вот эрикотон, смотрите, это глагол лего. На нем, конечно, не написано, что это глагол лего, но поверьте мне, это глагол лего относится к 8 классу. Он такой весь из себя супплитивный, у него все основы сильно отличаются. Это перфект, ну, это перфектное причастие от глагола lego в генитиве в плюрале всегда. Значит, многие, наверное, из НТХД это там, кажется. Сейчас. Не скорее здесь. здесь здесь сказавших уже, наверное. Уже произнесших речь, да? Да. Он не первый выступает, видите, получается. Уже хвалят просто. Мне кажется, Эда относится к Эрикотон. А Уже уже произнесших речь. да, высказавшихся хвалят так, просто хента, это значит проститхами Какое-то время. Аорист. Он это средний род или мужской? Понятно, что мужской, да? Ну и извините, по самому причастию, конечно, понятно, что это мужской род, да? Вот. Хотя мог быть средний род, но это тогда был бы та. Так, я не пойму, какое значение. Это сложно, это сложности начались, смотрите. Проститхами это что-то типа предлагать, устанавливать. В данном случае ритуал отеческий состоит из некоторого ассортимента, из некоторого количества пунктов. Один из пунктов это вот этот тон логан. И был какой-то человек, он, видите, тут написано по-английски, что неизвестно, кто это. Ну, там есть версия, что это салон якобы был знаменитый, но вроде это не салон никакой на самом-то деле. Проститхами можно начать прибавлять. Вот был какой-то установленный ритуал похорон торжественных, государственных, да? А кто-то сказал, а давайте-ка мы к нему еще добавим тон логан тонде. Понимаете? Добавившего, расширившего ритуал похоронный и добавившего к нему к тонома, видите? Вот, кстати, интересно, это к обычаю или согласно обычаю? Так или иначе, обычай стал более богатым, да? Более пышным и более длинным даже, да? И был какой-то человек, который добавил к этому обычаю или в соответствии с обычаем вот тон логан тонда. То есть они хвалят, то есть он говорит, что хвалят того, кто добавил вот эту речь, да? Но благодаря тому, что был какой-то человек, который 100 лет назад, там, допустим, или 50 лет назад во время греко-персидских войн, ввел обычай произносить вот эту речь, благодаря тому, что этот обычай был введен, они и произнесли свои речи. Они же не просто так вышли на трибуну по своей воле, да? Они согласно ритуалу, им было разрешено произнести речь похоронную, надгробную, да? И был какой-то человек, условный салон, но не салон, да, который ввел эту речь. И они его хвалят. Спасибо, что ты дал нам возможность высказаться, да, 100 лет назад. Да. Да, это было легко. Теперь самое сложное начинается. Госколон, смотрите. Колон эпитойс этом полемон хаптоменойс агореустхай Смотрите, аутон. видите, скиликет он. То есть они предлагают сюда добавить. Помните, я вам говорил, что у Фукидида, несмотря на очень длинные предложения, тем не менее много слов, которые только лишь подразумеваются, а на самом деле в тексте пропущены, да? Вот, например, здесь они предлагают добавить
причастие среднего рода. Я бы добавил, честно говоря, когда я читал первый раз, я добавил бы просто исти. Знаете, выражение ананкайонности, колонности, каконности, вот эти, да, да. Такого типа. Ну хорошо. Значит, значит, многие хвалят вот того, кто добавил это. Ну, наверное, потому что, да, потому что... Потому что это есть... его субъективное объяснение. Ага. Это его госсубъективное. Он сказал, а почему нужно добавить такую речь еще, да, надгробную? А потому что, дескать, по мнению вот этого человека, да, назовем его законодателем, да, условным, что якобы, по его мнению, якобы, да... Это, ну, что это, как бы, ну, прекрасно. О, в честь тех, кто... кого хоронят от, ну, от войн, из войн, собраться. А нет, агорео – не собраться. Агорео – это, по сути, кстати, тоже глагол «лего», суплитивная одна из основ. Это говорить. Говорить о нем. Нет, там что там было? Аутон, значит... Аутон. Аутон – это мужской род? Как вы думаете, что подразумевается под аутон? Логос. Вот это речь похоронная, собственно. Надгробная речь. И смотрите, тут видите, глагол-то агорео, а здесь агореустхай, да? То есть это пассив. Что, дескать, по мнению этого условного салона, прекрасно, что аутон, то есть логон, вот эта речь произносится понятно. В пассиве. В честь тех, кто... В честь тех погибших в войнах героев, которые... ну, которых хоронят. Захороняю, как сказать по-русски? Хранимых, так нельзя сказать, да? Погребаемых. В честь погребаемых, погибших в войнах героев, как, что якобы, дескать, красиво, что в их честь произносится речь. Вот так вот. То есть, получается, колон вводит аккузативус кум инфинитива здесь. Да. Ну, так и вот, ну, это нормально, согласитесь, да? Это ну да. В рамках обычной грамматики, да. А, ну, тут можно еще какие-то. Только видите, они почему-то предлагают добавить не исти, а он. Почему-то. Причастие. Я не очень понимаю. Если кто-то, кому-то интересно, и не лень, посмотрите в другой книжке, что пишут по поводу этого места, да. Я бы просто исти добавил. Ну, тут вообще ничего нет, видите, просто колон. Колон что, да? Прекрасно, что в честь погребаемых произносится речь. Говорится речь. Я это так понимаю. Если вы посмотрите, вчитаетесь в комментарии, вы поймете, что одних комментариев без знания грамматики и вообще такой догадки прочесть речь невозможно. То есть это не те учебные комментарии, которые позволяют вообще начинающему прям взять и прочитать. Да? Тут надо догадываться, надо думать все равно, несмотря на обширные комментарии. Так, дальше еще сложнее будет. Значит, Евгений, давайте попробуйте. Это сложное предложение сейчас будет. Мой даркун эдоки эйны андрона гатон эрго геноменен эрго кай делустай тастимас гоя кай нюн перитон тафон тон де демосия параски гелас тентай гората кай мэн гени Андрей Палон наритас киндюн невостхай эвта кай хейрон эй Понти Пистеутены. Так. Сейчас. Вот, явно надо с этого глагола начинать, с докео, да? Я решил. Ну, или мне кажется, я не знаю, мой докео, я докео. Мне показалось. Да. Тут... Вот тут нужен комментарий. Посмотрите, видите, вот это аркун. Формально говоря, что такое аркун? От глагола аркео. Давлеть будет достаточно. Ну, да? это часть. Причастие. Причастие среднего рода, кстати, да? Но видите, здесь нужно понимать это как прилагательное. То есть в греческом языке не нашлось подходящего прилагательного, и Перикл, ну или Фукидид, образовал, вместо прилагательного использовал причастие среднего рода от аркео. Будет достаточно, да? Я, в общем, мне показалось достаточным. Анку, да? Секунду. Секунду, нет. Подождите.
Эдоки какое время? Так, ну это просто имперфект. Ну а имперфект сан что значит? И реалис. И реалис, да. Мне не могло мне, бы, мне бы показалось. Да, мне показалось, мне показалось достаточным мужей, ставших добрыми на деле, ну, в общем, отличившихся на деле, делом же на деле как бы им и выявить, и проявить почести. Но это вы по догадке, это вы пересказали по догадке, но, да? Этот просто... самый, это нет, это инфинити, аккузатив инфинитив, тас тимас делустей. То есть, чтобы почести им как бы реализовались, открылись, явились на деле, поскольку они... Ну да, да, да. Подожди, стали... секунду, давайте просто уточним, да, чтобы все понимали грамматику. Значит, еще раз. Мне показалось бы, я бы пришел к мнению, к решению, что... Аркун Эйной, да, согласитесь, что так это работает, да, наверное? То есть является достаточным. Да. Дальше еще один оборот. Чтобы тастимас делустей эрго. Не, ну, подождите, ну это я вижу, да. Тастимас логическое подлежащее, а делустха это пассив. Чтобы почести были, ну, как бы явлены, как вы сказали, да? Ну, о них, чтобы о почестях рассказали. О почестях чьих? Генитивус, да? Мужиков достойных. Причем достойных не просто на словах, а на деле, да? Ставших на деле достойными, да? Чтобы были почести выявлены людей, мужей замечательных, ставших замечательными не просто так, а эрго на деле, чтобы эти почести и на деле и были выявлены, да? На деле стал благородным мужем, и на деле делом твои почести были выставлены на показ и проявлены, да? Угу. Вот так вот. Тут такая немножко матрешка, да, вот здесь вот. Такого, конечно, в Вольфе вы не увидите, да, вот. Даже, ну, ксенофонте, я не знаю, увидите. Так, извините, значит, дальше что? Вы начали, да? Ой. Так как... И сейчас вы видите Вората. Так, после глагола «гурау» какая конструкция? Аккузатив с партикипио. Да, точно. Как вот это вот, вы видите, как вот эта вот могила публично приготовлена. Нет, не согласованы. Вокруг этой могилы. Перитон тафон тонде, а про скилтхента это вроде как средний род. Нет? Так, и... Подождите. Или нет, сейчас дайте я подумаю. Ну да, наверное, все-таки так. А или вы думаете, что это согласовано? Нет, это может быть согласовано. А кто тогда субъект вот этого параскилтхента? Сейчас, секунду. Давайте по порядку. Давайте с Гойю. Сейчас все уточним, да. Гойя, да? Гойя это у нас получается ведь что? Средний род, да? Mm-hmm. Гойя средний род. А в предыдущей части не было ничего среднего рода, по-моему. Посмотрите. Но тут есть пометка по этому поводу. Либо в этой книжке, или в предыдущей, в другой книжке, я сейчас не помню. Нету. Значит, в другой книжке об этом сказано. Там сказано, что Гоя – это вот это все. Тут все и тоже есть. Classified and so generalizes. Вон там написано. Это в четвертой где, строчке. Где? Я не... колонке. Четвертый. А, вот, да. Строчка первая. Вот отлично, да. То есть, классифицирует и обобщает, да, таким тем самым. Да? Хорошо. Тогда можно тактически считать, что Гоя – это вот эти тастимас. А, это не тастимас, это сам факт того, что достойным образом, достойные мужи, точнее, их почести проявляются, да? То есть, справедливым образом после смерти им воздают почести. Вот сама эта ситуация справедливого риторического воздаяния, да, за их... Да,
подвиги. Я думаю, так вот понимаю. Вместе с глаголом, да? Не сами тастимас, а делусха тастимас, да, вот. Я так вот понял. Хорошо, тогда параскеоастхента это тоже гоет, тоже вот это какое-то общее, да? Да. А перитон тафонтонде это вот конкретно вокруг этой ситуации, вокруг магии. То есть вы видите, что вот, собственно говоря, это и происходит, то, что мне показалось бы вероятно достаточным, то есть на деле отблагодарить мужей, отличившихся делом, а именно провести им публичные похороны, да, такой смысл. То есть вы видите, что относительно или вокруг вот этих вот похорон, могилы, да. Это, да. Вот этой публичной, вот что-то такое и происходит. Только не публичное, а публично. Угу. Подготовлена. Я думаю, что это вот похороны плюс все произносимые траурные торжественные речи, гоя проскрип, в которых прославляется их тимас, да, тимай. Ага. А дальше начинается сложное место, да, вот непонятное. Давайте сначала вы, а потом мы все вместе обсудим. Вот, попробуйте сначала сами перевести, да? Сейчас. Эл такой хейроной понтипистеотеной. Сейчас, секунду. Смотрите, два инфинитива, да? Кендинеустха и пистеутхэн. Это, понятно, пассивный инфинитив от пистеу, верить, да, доверять. Да. Можете комментарии посмотреть, видите, как они советуют, или они не советуют? Эпексегетический инфинитив, как вам такой нравится, объясняющий кендинеустхой. А, они даже перевели, да? Ну и не смотрите на перевод, он забыл. Хорошо, тогда вернитесь на оригинал. А, вернул. Так, кажется, что согласованы как-то, или по крайней мере запараллельны, гени Андрей и Эпонти. Конечно, датив и понти. Теперь смотрите, тут есть загадочный предлог N, многозначный весьма, да? N с дативом может означать то же самое, что и пи с дативом. Помните, как у Эпиктета в начале в самом? Быть в зависимости, быть во власти. Зависеть от. Гни – это один в дативе тоже. Это все датив, да? Да, но, видимо, не от одного человека, добродетели многих, ну, как бы, рискуют, зависят. Типа того. Хорошо или плохо, в смысле хуже, говорящему сейчас это пассив. Сейчас я просто уменьшу, чтобы было видно, были видны комментарии. Да, пассив, да, пистол, вот так, да. Это, наверное, опять про аритас. То есть, чтобы мы относительно добродетелей поверили человеку, говорящему хорошо или хуже. Ну, это да, это понятно. Кстати, Т. Кай в одном из комментариев предлагает переводить как сивы латинское, то есть, скорее, как или. Хуже ли, лучше ли, да? Хорошо ли, хуже ли, да? Сегодня хорошо произнес речь, как спектакль театральный. Да? Один тот же актер сегодня сыграл хорошо, а завтра тот же спектакль хуже сыграл, да, в зависимости от кучи факторов. Мне кажется, я понимаю, чего происходит. Он, в общем, ну, вполне себе в современном таком духе начинает с какого-то как бы маневра относительно самой ситуации, которая принуждает его говорить.
То есть он говорит, есть вот дело городское, что вот это все организовано, и это хорошо. А как бы говорящий, вообще-то, возносящий вот этот вот один, переносящий хвалу, он в каком-то типа рискованном положении находится, потому что глупо выходит, что от его как бы талантов риторических, от того, как он говорит, хорошо или плохо, как бы получается, что зависят добродетели как бы многих. Он говорит, я бы предпочел, да, вот это Ан с Иреалисом, с которого все начинается, чтобы все было как бы, чтобы на дело отвечали делом, и вот этого вот странной вот этой ситуации, где все завязано на чью-то единичную речь, не происходило. Смысл такой, да. Только, мне кажется, рискует не оратор, а рискуют добрые имена погибших, да, что? Да. Сам-то он, может, и не так сильно рискует. Только надо теперь, да, смысл примерно такой, только надо грамматику понять, вот эти инфинитивы. Смотри, надо, во-первых, с КМЭ начать, да. Я сначала, когда читал, подумал, что это придаточное опасение, да, как после фобеумы. Я боюсь, только фобеумы пропущены, как бы нет, да. Либо, смотрите, это либо это вторая часть утверждения, причем первая часть была положительная, что на деле нужно, да, нужно на деле. А вторая отрицательная, и чтобы не, да, и что и я хотел бы, да, чтобы не сложилась такая ситуация. То есть это все управляется Эдокией? Ну, видимо, ну, может быть, да, получается. А может быть, Аркуна Эйный, кстати. Ну... Нет, не-не-не-не, Эдокий, наверное, да, Эдокий. По смыслу, да? По смыслу, да, лучше, по-моему. Тогда к Эдокии, к этому Эдокии подключены, получается, параллельно, да, Аркунейней делом заплатить за дело, и мы, Киндюнеустхай, Энгени Андри, Аритас Полон, в одном, ну, не рисковать именами, добрыми именами многих через одного конкретного человека. Ну, это вы пересказали еще раз, а грамматику-то не объяснили, да? Ну, почему? Вроде это самое. То есть он говорит, мне кажется, я решил, как? Я бы решил так, чтобы было достаточно, чтобы было удовлетворительно, значит, явить, чтобы было удовлетворительно что? Чтобы почести мужам, ставшим добрыми на деле, были явлены на деле, как сейчас вы видите, происходит, ну, приготавливается вот с этой вот могилой при всенародно, и опять я бы хотел, чтобы значит имена, ну, или доблесть чести аритас многих мы кендинеусхай не ставились бы под угрозу, не в общем ими бы не рисковали. Энги не Андрей, в как бы ответственностью, ну, то есть в одном, буквально в одном человеке, но как бы через его функцию и ответственность, которому каким образом, чтобы ими не рисковалось, так что ему хорошо или хуже говорящему, они бы из него были бы как бы, ну, то есть, верили бы ему относительно них, вот, этих самых аритас, частей и имен. Ну, непонятен перевод в вашем объяснении от Киндюнеустхой к Пистеутхены, грамматически. Ну, это, с одной стороны, это продолжение, может быть, этого самого аккузатив инфинитива Эдокий. С другой стороны, это раскрытие, по смыслу, это раскрытие киндюнеустхай. То есть, в каком смысле имена ставятся под угрозу? В таком смысле, что этому гени Андри
хорошо ли он или плохо говорит, ему верят. Но верят названо в пассиве, потому что субъектом этого пистеутхена все еще являются аритас. То есть эти аритас как бы поверяются, принимаются, понимаются из него, этого человека, хорошо он говорит или плохо. Я понял вас. Вы все равно не совсем объяснили, как пистеутхена возникает. Смотрите, кстати, по поводу кайме. С переводом я согласен, да, но вот переход... Смотрите, по поводу кайме, видите, есть пометка. Кайме, они предлагают добавить слово эйкос, либо колон еще раз, эйный. И сделать его зависимым от аркун эйный, да? И я бы решил, что является достаточным, во-первых, чтобы на деле дельных людей хвалили, а во-вторых, чтобы было бы достаточным, чтобы было хорошо, чтобы, да, это он объясняет кайме, вот это, да. Дальше он предлагает перейти не к индинеусхе, а к пистеутхене, видите, сразу. Было бы хорошо, чтобы, и это часть достаточности, чтобы в другом комментарии, по-моему, предлагают, у кого открыт второй комментарий, они, по-моему, предлагают то добавить, артикль, то есть субстантивировать вот это все. Никого не открыт комментарий второй? Нет. Кто-нибудь может открыть, посмотреть, что там написано? Я просто боюсь, у меня все закроется, если я это сделаю. Мне кажется, что если сюда вставить колон или этот самый эйкос, то это будет немножко попроще, чем вы говорите. Это будет, получается, запараллельно каркун. То есть мне эдокий. Нет, каркун эйрайл, это фром. Почему запараллельно? Вот. Ну, в каком смысле derived? В том смысле, что они бы его... Это же не подчинение. То есть derived тогда как бы интерпретационно, а грамматически не подчинено. Мне кажется, не подчинено. Это немножко безумно тогда выходит. Мы сейчас не про это говорим. Мы говорим про пистеутхены. Ну тогда да, то есть мне бы казалось, что вот этого вот было бы достаточно, и что было бы нехорошо, если бы просто немножко непереводимо на русский, на самом деле, пассивный глагол от пистео. Видите, какой-то ученый, Котлебер, mm-hmm. немец какой-то. Делает пистеутхены субъектом киндюнеуса. Вот связь какая предлагается. То есть, в этом случае пистеутхены – это субстантив, потому что субъектом может быть только субстантив, да? Угу. В каком-то смысле. И он, Евгений, смотрите, видите, что он делает? Он добавляет «то». Вижу. Перевод получается как у вас, да. То есть получается, можно пистеутхэна перевести как вера. Угу. Вера. Чтобы вера. Видите, кайме, да, вот он с кайме начинает, да? Чтобы вера. Не ставилось под угрозу. То есть... Секунду, сейчас, простите, сейчас сформулирую, потом вы, ладно? Да-да-да. Что, смотрите, это же пассив пистеутхэной. А аритас внутри субстантива есть еще аритас, видите? Он помещает тос аритас внутри субстантива. Получается, а пистеутхэной это пассив. То есть что же получается? Что... доверие к... от которого зависит, ну, не от которого зависит, доверие к добродетелям многих, да, чтобы оно не подвергалось опасности быть в зависимости от одного человека. А вот то, что
А видите, что вот эту фразу «хуже или лучше говорящего» он, наоборот, вытащил из субстантива. То есть, получается, вот эта фраза «эйпонти», да, она не является частью субстантива этого предполагаемого, а в каких-то риторических целях вставлена именно в это место предложения фукидидом, да? Значит, чтобы вера по отношению к добродетелям многих героев не подвергалась опасности быть в зависимости от одного человека, говорящего сегодня хуже, завтра лучше, хуже ли лучше говорящего, причастие к анекдотам, вот так вот получается. Ну, перевод, естественно, вы правильно сделали, да. Не, ну, на самом деле, это все-таки то, что вот этот вариант, он убедительный, но это все-таки интерпретация, что, ну, то есть, да, субстантивация пистеутхеной. Тогда получается, что действительно субъектом кинденеуэстхэ, то есть тем, что ставится под угрозу, становится не сами аритас полон, а то, поверит в них или не поверит, да? Да. По-моему, так, да, действительно. Но это, видите, какой-то Котлебер предлагает. Но он говорит, что есть другой вариант, который хуже, да. То есть вариант Котлебера, он лучше, чем делать пистеутхены зависимым от кендинеустхой. То есть сначала переводить кендинеустхой, а потом пистеутхены. Потому что требуется тогда, ну, в общем, тут, да. Вот это предложение, мне кажется, оно, может, попроще сейчас будет. Эдуард, попробуйте его, да? Халипон. Так, Халипон гар то метриус эйпейн эн гомоль скайхе докесис тес летхейс пибаютой. Так, здесь, кстати, тоже субстантивация, кажется, эйпейн, то есть речь, наверное, да, то эйпейн. Ведь какая-то... Вот нет, то... халипонности, да? Ну, трудно есть, да? Нет, вот там просто то дальше. А к чему оно идет тогда, то? У сигар. А, да, действительно, я не заметил, простите. Ну, надлежащая речь, да, метриус эйпейна, ну, метриус в атрибутивной позиции. Наверное, какая-то надлежащая речь есть трудная. Ну, не обязательно так серьезно понимать это то, да. Ведь трудно произнести речь как метриус, да? Ну, надлежащую, то есть достойную, я думаю, да, в этом смысле. Такую адекватную ситуацию, да? Адекватную ситуацию. Надлежащую, да, умеренную, правильную, справедливую. Да. Не знаю. Какую-то хорошую, правильную, да, метриус. Энго. Энго это. Это, смотрите, это в ситуации, так они предлагают переводить. В ситуации, когда. Угу. Особая ситуация, да, когда хоронят, да? В ситуации, когда, дальше новое подлежащее, да? Да, когда подобие, дворецкий говорит, подокосис, да, как вот едва и подобие истинное, боютой, да, оно что-то укрепляет. То есть даже подобие истины едва с трудом, да, может. Да, едва с трудом может укрепить, наверное, да, вот репутацию, что ли, имеется в виду. Укрепить веру, ну, укрепить, наверное. Это какой-то залог какой-то бибаютый. Так. А, ну это медиальный, да, укрепиться. Кажется. Значит, ведь трудно надлежащую, адекватную речь произнести в ситуации, в которой НГО едва даже само подобие истинное с трудом как бы стоит на ногах, да, бибают, укрепляется, да, подкрепляется, подтверждается. Вот. Но это простое было предложение относительно, да. Ну, не знаю, давайте, может быть, начнем следующее, да, но мы не успеем, хотя бы разомнем немножко его за оставшиеся 7 минут. Дмитрий, да, Хотегар ксюнейдос кай эунус акроатес таханти эндеэстерос просхабулетай текай эпистатай номисее делустхай.
Хоте апейрос эстин, хоте плеонадзестхай, диафтхонон эйти гипер, тенгеауту, фюсин акуой. Как раз и закончилось, да, видимо, тут с концом страницы. Так, господи, где начало здесь? Так, и... Что такое ксюнеидос? Это, видимо, ксюнеидос, сознавая, да, сознавая. Да, наша новая тема, да, мы недавно ксюноида, прошли глагол. Да. Ойда, это при... Да, ксюноида, да. Да, ведь ахо – это, наверное, прямое дополнение от ксюнеидос, возможно. Нет, я думаю, что это артикль мужского рода. Ого, это не относительное местоимение. Тут, видите, Т привел к такому состоянию, ого, инклитик. Тогда это, по сути, это атрибутивное причастие, то есть сознающий, знаток, сознаток. Ну, понятно, тогда го относится, если это артикль, то он относится как к слову акроатес, то есть слушатель. Ведь... И ксеноидос еще тоже. Ну, все, это стоит вот тогда в атрибутивной позиции между артикулем. Да. И, ну да, ну пускай, да. И сознающий, и благо, как это, эунос? Благосклонный. Благосклонный, вот. Благосклонный слушатель. Угу. А вот теперь... Смотрите, номисей, какое там наклонение? Так, что у нас такое наклонение? Ну, короче, это оптатив какой-то, да? Оптатив аорист, да, номис, да. Да. Но главное, оптатив и ан есть, видите? Угу. То есть, что это? То есть он пожалуй, назвал бы. Да? Не назвал бы, а посчитал бы, пришел бы к выводу, да? Может прийти к выводу, да, пожалуй, придет к выводу, да? Да. Угу. И дальше, значит, должен быть... Аккузатив узкого инфинитива. Возможно, ти. А смотрите, видите, делустхой, он уже был делустхой. Значит, это тимас, наверное, да? Вот эти почести, достоинства героев, да, они делустхой. Да. То есть были бы проявлены. Чтобы они были проявлены. Он бы посчитал, что они были бы. Ну, проявлены, да. О них рассказано, да. Выказаны, да, выявлены эти добродетели и их почести, да, связанные с ними. Да. Как они выявлены? Тиэндеэстерус. Вот, так, вот это слово энде... Как-то недостаточно, понимаете? Ну, о чем тут речь? О том, что погибли-то не все, а кто-то остался живым. Но тоже герой, просто выживший, да? И вот выходит какой-то мужик, который вообще в военных действиях не участвовал, произносит какую-то красивую речь. И ветеран войны слышит, как про его погибшего товарища какой-то хрен на трибуне что-то говорит такой красивый, да? Вот это и есть ксюнеидос. Ксюнеидос – это он ксюн вместе с теми, кто тоже участвовал в битве, отчасти выжившими, отчасти погибшими. То есть, знавший, видевший своими глазами. И Эунос, про Эунос потом подумаем, ладно, в общем, какой-то слушатель такой, который в курсе дела, который сам участвовал, да, он бы, пожалуй, мог бы прийти к выводу, что эти почести выявлены, показаны, ну, как-то немножко недостаточно. Опрос тогда это в отношении того, как он хочет, да, и как он знает. Он знает, он хочет, чтобы о них достойно рассказать, он сейчас знает, он сам видел, да? Понятно, вроде, да? Да, да. Ну, это с одной стороны. Протез, да. Да, с одной стороны. А с другой стороны, там будут среди слушателей, наоборот, те, кто вообще не в курсе, да? Какие-то, может, крестьяне, да? Вот это ведь апирос, да? Тот, который... Да. А вот апир, который не в теме вообще, да? Угу. Он мог бы... Смотрите, теперь мы наследуем, берем в наследство глагол номидзу из предыдущей части. То есть он бы номисые, да? Угу. Но, видимо, плеоназистай это посчитал бы их избыточными. Что га, это, наверное, то, вот эти гоя, видимо, то, что было говорится, да, что они даже избыточные, что не бывает таких подвигов. Так нельзя, так нельзя быть таким же героями до такой степени, да? Он бы не поверил бы, да, но не может такого быть, да? Из-за чего? Диафтхонон, это что такое фтхонон? Зависть, это зависть. Из-за зависти.
Если, о, если, так, гипертенеутон. Какое наклонение? Если такое? Бы он, а, усл... так, это оптатив, но здесь нет а, ан, или ан... А это итеративус, если бы он... Наверное... Да, если бы каждый раз он об их, его природе что-то услышал. А гауту это... Не о, а не о. Гипер. Не пыри, а гипер. Превышающее фьюсин тенгауту. А, превышающее. Если бы он услышал нечто, превышающее его собственную Да, его собственные возможности. Да. Ну, то есть он не дал, он да, просто... и поэтому он не может понять. Да, он просто не поверил бы, что существуют такие подвиги, и такие герои, и такие доблести, и такие тимас и так далее, да. Угу. Но это, вот это предложение относительно простое, кстати, самое сложное, которое Евгений читал, да. Ну, я предлагаю на этом закончить и в следующий раз сначала речи перечитать, да. Как, очень сложно, прям совсем, да, кошмар. Или так? Ну, синтаксис, на самом деле, даже не слова, а синтаксис довольно-таки такой закумыристый. Закумыристый, да.